Здравствуйте, с вами Полли. Сегодня я хочу вам рассказать, как возвращать себе денежную энергию. Дело в том, что когда мы идем куда-то в магазин или в кафе или куда угодно и тратим свои деньги, обязательно нужно забирать чек, потому что мы деньги, ну так считается, меняем на чек. Нам в обмен на деньги дают вот такой документ, чековый документ. И нужно их собирать. Я их собираю, причем пакет набирается очень быстро. Вот я собрала пакет, но помимо того, что их нужно собирать, дальше нужно проводить ритуал. И я вам могу сказать, что если вы будете регулярно проводить этот ритуал, денег будет больше, и они будут к вам поступать легче, потому что ваша денежная энергия будет оставаться при вас. Если вы выходите из магазина и чек выбрасываете, то тем самым вы выбрасываете свою энергию. И если вы оставляете чеки, не берете их, это значит тоже, что вы дарите свою денежную энергию. Итак, когда вы приходите, любые чеки вы собираете в какой-то кулечек. У меня постоянно лежит кулечек, куда я складываю чеки и приучила уже свою семью. Сейчас мы будем жечь чеки, и нужно жечь и говорить такие вот слова. Пламя очищает и умножает, мое благосостояние возрастает. Единственное, что у меня здесь сейчас нет, конечно, держателя, но сейчас что-нибудь придумаем. Вот насчет держателя для телефона я не подумала. Как бы мне его так поставить? Интересно. Ладно, секундочку. Я сейчас высыплю. Высыплю сейчас эти чеки. Специально отведенное место, где я буду их сжечь. Вот. И буду говорить, конечно же, волшебные слова. Пламя очищает и умножает, мое благосостояние возрастает. Пламя очищает и умножает, мое благосостояние возрастает. Пламя очищает и умножает, мое благосостояние возрастает. Вот таким образом, если вы будете регулярно это делать, то сможете свою денежную энергию держать при себе, вы не будете ее дарить кому-то. И денежная энергия не просто будет как бы деньги к вам приводить, она будет приводить деньги, о которых вы даже можете не подозревать. Вот. И богатство будет увеличиваться. Вот мои чеки горят. Так что я вам рассказала секрет. Конечно, лучше жечь их на открытой территории, потому что в квартире, особенно когда много чеков, это проблематично, запах, и выветривать очень сложно, особенно в холодное время года. Вот. Да. Такие вот чеки горящие. Благодарю всех за просмотр. С вами была Полли. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!